Всем привет! С вами снова Георгий из SkyMax Paramotors. Нас часто спрашивают о масле для двигателя Monster или двигателя Atom, о топливной смеси. И в этом видео я хотел бы рассказать о том, какое правильно использовать топливо, масло и как правильно сделать топливную смесь. Погнали! Итак, для начала бензин. Бензин используем 95-й, неэтилированный, без присадок. Как понять, что он без присадок? Всякие названия Power, Plus, Delta, Ultra и прочее от разных заправщиков свидетельствуют о том, что там, скорее всего, есть присадки, которые удобно использовать при эксплуатации в машине, но нам совершенно не подходят. Они оставляют дополнительный нагар и могут где-то даже забить топливную систему. Поэтому используем обычный, неэтилированный 95-й бензин. Можно ли использовать 92-е топливо? Если в вашем регионе совсем ничего нету, да, то можно. Но лучше поискать 95-й неэтилированный бензин. Можно взять 98-й, но, опять же, если альтернативы нету, достаточно 95-й неэтилированный. Масло. Масло используем Матюль. Это условия гарантии от Витаразе. Поэтому либо 810, либо 800 Матюль используем. Можно ли использовать другое масло? Нет. Если очень хочется, то и у вас нет выбора, то можно любое синтетическое масло для двухтактных двигателей. Но в этом случае гарантия от производителя, от Витаразе, на ваш двигатель снимается. А сейчас она составляет 2 года. Итак, Матюль 710 на первые 15 литров смеси мы используем 2,5%. Соответственно, если нам нужно, например, 10 литров смеси, то это получается 250 мл масла и 9750 мл топлива. Получается 10 литров смеси. И вот такое процентное соотношение первые 15 литров использования. А после мы переходим на 0,5% меньше, то есть 2% масла в смеси. А Матюль 800-й. Все то же самое, только на 0,5% меньше. То есть на время обкатки первые 15 литров топливной смеси мы используем 2% масла. После мы переходим на 1,5% масло в топливной смеси. И частый вопрос, а сколько вообще хранится топливная смесь? Топливная смесь хранится до месяца, желательно ее использовать в ближайшие 2 недели, но если не получилось, то хотя бы не больше месяца. Потом эту смесь утилизируют там, в бензопиле, там, в каком-нибудь отопительном приборе или еще где-то. Но вот не заливайте свой дорогой мотор смесь со сроком больше месяца. Итак, теперь вы точно знаете, как правильно приготовить топливную смесь для двигателя Monster или Atom. В описании вы можете найти ссылку на наш сайт, на наши социальные сети, в комментариях написать все, что вы думаете по поводу этого ролика. Также задайте туда какие-нибудь вопросы, и мы постараемся на них ответить. Всем спасибо!